Однажды, помню, один ученый говорил на своем уроке: человек, который является рабом своих слов. Меня эти слова так удивили, я когда после урока к нему подошел и сказал, что это значит, и он мне произнес слова одного из ученых, который говорит, что есть люди, которые слова их принадлежат им до тех пор, пока он не произнес их. Твои слова принадлежат тебе. Ты являешься хозяином своих слов, когда они у тебя, когда ты их не выпустил наружу. Они когда в мыслях у тебя. А после того, как ты их произносишь, эти слова становятся твоим хозяином. То есть люди говорят, кто сказал? Юсуф сказал. Кто сказал? Такой-то сказал. И тебе придется за них ответить. Перед Всевышним Аллахом, в первую очередь. Потому что мы знаем, что за каждое слово, которое вышло, хорошее, плохое, ты перед Аллахом ответишь. Даже за те слова, которые мы сейчас говорим. Проповедь, религия, что бы ни было, Всевышний Аллах спросит с тебя и за каждое слово, которое вышло у тебя. Поэтому будьте уверены, что вы можете стать рабами своих слов. Поэтому следите за своими словами.